все анализы, и вот такое вот полотно. Все, до свидания, этого человека вы больше не увидите. Вы начните, вы сделаете ему, он увидит эффект, потом побежит, не то, что там УЗИ с нагрузкой, все что угодно, вплоть до колоноскопии, там и эректроманоскопии, все сделает. Вот, значит, ну, нам чуть-чуть, наверное, может быть, раздеть, не возражаете? Вот, тем более вы удобно очень одеты, бюстгальтер мы трогать не будем. Вот, значит, ну, естественно, чуть-чуть быстренько смотрим спинку. Спинку смотрим в плане, значит, вот здесь вот надо работать. Плечики здесь более-менее симметричны, да. Вот эти складочки говорят о том, что почки чуть-чуть, немножечко как бы потеряли тонус. Вот связочный аппарат почек, возможно, легкая. Если можно, немножечко я хотела вот эту часть вот продемонстрировать. Не совсем, но приспустить. Вот. Обязательно у женщин, когда мы смотрим сзади, мы обращаем внимание вот на эту часть, вот на эту часть. То есть, когда она, знаете, такая вот гузка такая, да, опухшая, отекшая, гинекология однозначно, даже к гадалке не ходи. В данном случае ничего, неплохо. Но зато мы видим очень патологический такой лордоз, видим стрии. Что такое стрии? Это полосы такие вот, дефекты кожные на, значит, в каких-то местах. Значит, там, где есть стрии, там нарушение питания глубоко лежащих тканей. Позвоночник однозначно, но не только. Значит, у мужчин это проблемы с простатой. Ну, у нас вот просто на курсе нет мужчин. На мужчинах очень показательно. У них обычно прям так стрии идут. Яркий, ну, я не думаю, что мужчина отдастся, во-первых, вот, и во-вторых, может быть, там и ничего и нету, судя по комплекции. Вот, значит, вот такие вот яркие стрии, где бы они не были, у женщин это бывают ягодицы однозначно. В гинекологии мы помним, что ягодица – это матка, да, эта часть, это у нас и матка, и яичник, и позвоночник тоже. Вот, значит, вот тут у нас немножечко более сильно выраженный кифоз, чем хотелось бы, чуть-чуть вот, да, а здесь более выраженный лордоз, что логично, когда здесь больше кифоз, здесь больше лордоз. И здесь тоже немножечко нету явно выраженного, конечно, кушингоида, но намек, как говорится, на это есть. Вот, ну здесь даже, я бы сказала, кожа неплохая, стрий как таковых ярко выраженных нет, но немножко намек есть на это. Вот, теперь, значит, обязательно смотрим плечики. Плечи, как правило, у нас у людей, вот мы все говорим, прямоходящее состояние, ноги, позвоночник. Очень измененные, больные плечи у всех. Вот, если говорить о чакрах, то плечи – это дополнительные чакры, так же, как и колени. Плечи и колени – это просто катастрофа у всех. Поэтому, естественно, работаем. Но это уже больше тема Александра Тимофеевича, как бы и выстукивание, и вышлепывание, и все. Но если человек согласен ходить на достаточно продолжительные сеансы гирудотерапии, то ставим пиявки и на колени, и плечи тоже берем. Вот. Значит, знаете, на что еще обращаем внимание? Вот на эту часть мы будем об этом говорить, когда будем о сердце говорить. Вот это вот местечко, это называется фосса ягулярис, еремная область, еремная вырезка, еремная ямка, да? Вот, значит, она как бы с этой двух частей, костной и надкостной, мягенькой, да, такой вот. Значит, здесь в данном случае этого нету, при учете того, что есть некий лишний вес, но все-таки здесь нормально. Иногда бывают здесь жировые прямо комки, вот бывают у некоторых. Это говорит об ожирении сердца. Вот глядя на эту часть, прямо рассматривайте ее в лупу, мы можем очень много сказать о состоянии сердца, потому что связь прямая. Это я не знаю, какой зоной назвать. Это даже не зона Захарина Геда, это даже какая-то вот зона, напрямую связанная с сердцем. Вот это фосса регулярис, прямо с сердечной сумкой сердца. Значит, ожирение сердца. Ну, здесь оно тоже немножечко так припухшее. Если здесь цианоз, то есть это недостаток питания сердца, кровообращения сердечной. Если, наоборот, бывает краснота, такая яркая гиперемия, и пиявку, когда подносим, она прямо в режиме броска кидается, сердце переполнено, значит, плетера сердца, то есть оно переполнено кровью, оно плохо, лимфа и кровообращение нарушено. Вот, значит, теперь, ну, здесь уже можно стоя сказать, что опущение есть внутренних органов, и желудок, и пупочек опущен. И, конечно, кожа, ну, кожа здесь в данном случае чистая. Вот, но бывают, что в данном просто случае нам не к чему придраться. Вот, и, значит, первая постановка, я об этом теорию немножечко чуть позже буду говорить, почему именно печень, я буду объяснять и рисовать. Но в данном случае мы как бы это и не обсуждаем, да, это подколы, да, крови, а это аутогемотерапия. Вот очень хорошо это все можно одновременно с гирудотерапией сделать на первом же приеме. Но мы кладем человека,
Так, ну вот прежде чем это все убрать, тут вот как бы элементы оборудования кабинета, мы сейчас вас положим, элементы оборудования кабинета, значит, прокладки, вот можно такие, да. Вот обратите внимание вот на такую штуку, очень удобная, может быть, кто-то не знает, пеленка для одноразового больного. Покупайте голубенькую, она бывает зелененькая, зеленая очень тонкая. Покупайте голубую, она, видите, пухленькая, максимально пухлая, но желирование не проводит, в отличие от прокладок, прокладки желируют. То есть, если очень обильно кровит человек после пиявок, не годится, протекали у меня люди, тогда ночная прокладка желирования. По-моему, даже олая, она не очень желирует. Это мы сейчас уберем, потому что сюда мы человека положим нашего. Значит, для чего пленочка мы покажем, когда будем ее бинтовать. Что такое вот это вот? Закупаются большими пачками. Большие такие пачки по 24 штуки, очень дешево стоят, выгодно. Это подгузничек. Не всегда нужен огромный памперс. Мужчина вообще памперсы не любит, да? И если вы уверены, мы же до ануса дойдем не сразу. У нас алгоритм действий будет. Печень, потом пупок или там крестец. И только потом, третий или четвертый сеанс анус. И уже, может быть, и крови-то не очень много. Поэтому я вот такую вот подкладываю, говорю, оденьте плотные плавки на сеанс. Не надо эти мне стринги там у женщин, да, плотное белье с эластаном. У мужчин плавки, в которых они загорают. Вот это, значит, в плавке заправляется очень удобно. 400 миллилитров емкость, 4 капельки. А это с собой. Мужчины же не имеют прокладок, правильно? Это с собой. Прокладки как-то менее эстетичны, все-таки это как-то более женское, да? Это более медицинская вещь. Закупаете прямо по пачке, это недорого стоит. Это подгузник, взрослый подгузник для взрослых. Ну, лоток желательно тоже в кабинете иметь. Лучше корцанг, ну, пинцет тоже нужен, зажим или корцанг. Это, помните, мы говорили, для остановки кровотечения. Это я вот для вас уже готовлю это все. Вот, значит, крышечки для чего нам нужны? Ну, вот воду пьете, крышечки. Я предпочитаю пиявки ставить под крышки. Вы сейчас увидите, почему это удобно. Намного удобнее, чем пенициллиновые пузырьки. Забыла я шприц. Надо будет в перерыве шприц обязательно. Шприцы, перчатки, да. Значит, это у нас целлофан, он нам не нужен пока. Естественно, ножницы. Вот, и, значит, зеркала. Но это зеркало уже без, потому что просто я его демонстрирую. Значит, оно вообще в вакуумной упаковке. Одноразовое женское зеркало, двоечка. Для постановки пиявок на шейку матки, внутрь. Вот, ставят и не только медики, но желательно, конечно, так, с медицинским образованием. Вот, очень просто, значит, вводится оно в закрытом виде, дальше открывается и фиксируется, значит, вот так вот фиксируется. Вот, значит, что советую? Советую первую постановку, и вообще как-то вот у меня больше лежа пациенты принимают пирудотерапию. Во-первых, ну, возможны какие-то колебания давления, да, потом многие на пиявках засыпают. Значит, что еще, вот когда положили человека, сразу, пока еще ничего не трогали, пульс пупочный, где он? Ну, во-первых, форма пупка тут понятно, что пупок неправильной формы. Вот, запускаем руку и ищем пульс. Если пульс в пупке, то ничего, это не так плохо. Здесь пульс чуть-чуть левее пупка, это норма. Это норма. Вот. Вот, берем явочек. Ну, пациент, конечно, первый раз. Вы первый раз? Да? Сейчас. Да. Значит, первый раз лучше брать и небольших. Вот, и куда мы ставим? Мы ставим на область желчного пузыря, помните, Захарин, как бы сказал, в проекции печени. Ой, извините. Немножко. Вот, значит, проекции печени на область желчного пузыря. Можно одну пиявочку поставить. Вот эта вот зона у нас, вот эта зона стресса. Люди очень нервничают, здесь проекция желудка, поджелудочная железа, здесь все такие вот эти горячие сфинктероиды, да. Вот, можно поставить одну пиявочку посерединке. Вот видите, почему удобно очень, да? Вот, не уползет, мало того, не уползет. Темно, в темноте лучше, она не отвлекается, не нагревает. Когда мы берем стеклянный флакончик руками, мы нагреваем, и пиявка дезориентирована. Здесь тепло, и наверху тепло, да? Вот, а две пиявочки больше не будем на первый раз, да? Помните, я говорила, одну, максимум две. Значит, одну мы поставили на зону стресса, проекция желудка, мочевидный отросток. Печень-то у нас тоже так идет, да, то есть фактически это проекция печени, мы же многослойный там, и печень, снаружи желудок. Да, вы почувствовали маленькое жжение такое, легенькое жжение, можно даже как бы чуть-чуть это вблизи посмотреть, то есть видно, что она изгибает свою
шею и начинает работать. Вот. Если вдруг пиявочка какая-то одна не работает, то пациента надо успокоить, сказать, что ничего страшного, мы сейчас произведем замену на поле игроков, мы сейчас другую пиявочку дадим, предположим, да, более в настоящий момент настроенную на работу. Самое главное, не в голоде дело, самое главное, чтобы человек сам не нервничал. Как только пациент начинает нервничать, все, пиявки это тут же чувствуют. И вы, если начинаете нервничать, вы вообще должны спокойно и уверенно. Вы говорите, господи, да у меня их 100 штук, я любую вам заменю. Вот, значит, вот люблю я посередке, чуть, может быть, правее, да, одну. И одну примерно приблизительно в проекции желчного пузыря. То есть мы стараемся первый раз максимально успокоить человека, снять стресс, чтобы он не нервничал. Кроме того, если, не дай бог, какая-то реакция, тут у нас печень, тут у нас все кутано-висцеральные шунты, и все это обезвредится. Гораздо лучше, чем если, не приведи Господи, первую постановку мы делаем на куда-то там вверх, а вниз это тоже опасно. Я вам сейчас нарисую схему, почему. Но пупок тоже первый раз не советую ставить. Понимаете, в чем дело? Здесь, в общем, относительно спокойная зона. К околопупочной области, да, вот, умничка, видите, и вторая. Ну, все, просто заменили пиявочку, ничего страшного. Вот, к околопупочной области, или как ее называют, парумбиликальной, сходятся сосуды селезенки. Печени, естественно, печеночно-пупочная, селезеночно-пупочная связка, с поджелудочной железы, обе почки, да, и весь кишечник. Дает маленькие коллатерали сюда. И если мы нового, свеженького человечка, который ни разу никогда ничего не делал, здесь это дело вскроем, а он здесь переполнен, может так ливануть. И был у нас, к сожалению, очень неприятный случай при течи давно, много лет назад, еще в «Белом лебеде». Доктор и очень опытная поставила, мы потом все притечи закрывали вот такими вот вещами. С клеями БФ мы заклеивали ребенку, то есть просто не могли остановить, фонтаном шла кровь. Это было хорошо, это было нормально, он ее сбрасывал. Но, в общем-то, все перепугались, это страшно. Так что вот, теперь, естественно, пациент лежит. Продолжим тему алгоритм ведения больных. То есть, как бы схема ведения больных. Почему я вам советую, чтобы нарисуем человека схематично, вот так вот. Так. Ноги. Что-то я размахнулась. Ну ладно. Так.